Приветствую вас. Как я понял, вы жена мужчины. Ну вот. О котором идет речь. И понимаете, глобально, мужчина ведет себя так, как ведет, только по одной причине. Причина эта заключается в том, что вы себя не цените. У вас заниженная самооценка. Вы боитесь остаться одна. Вы, условно говоря, стремитесь раствориться в человеке. Понимаете, какая штука? И вот это является проблемой. Это является проблемой. Глобально это является проблемой. Потому что именно поэтому мужчина ведет себя так, как он себя ведет. Именно по этой причине. Если бы вы ценили себя, уважали бы себя, любили бы себя, чувствовали бы себя самодостаточной, скажем так, то, ну, в общем и целом, все было бы хорошо. У вас. Так, конечно, мужчина ведет себя отвратительно, потому что вы не цените себя. Почему вы себя не цените? Потому что вместо того, чтобы признать, что человек к вам охладил, да, вот, вместо того, чтобы признать, что человеку, ну, возможно, вы больше не нужны, вместо того, чтобы признать, что человек вам больше не интересуется, вы продолжаете пытаться его удержать. И не принимаются решения, относительно того, что вам делать дальше. Понимаете? Какая штука. Вот там мужчина так себя и ведет. Вот. Отвратительно. Ужасно. Неприятно. И прочее. Я вас понимаю. Я хорошо вас понимаю.
я так все понимаю, и то, что именно этого мужчина и ищет в любовнице. Того, чтобы его женщина, я имею в виду мужчина, себя уважала, себя ценила, любила себя, а он этого не чувствует от вас, он не чувствует, что вы себя любите, не чувствует, что вы себя цените, понимаете, в чем страшно, страшно там. Отсюда и проблема такого типа. Вот. Поэтому я думаю, что примерно таким образом можно вам ответить на вопрос. Вот. Таким образом можно ответить вам на вопрос о том, что происходит сейчас. Вот так примерно. А если вам мой ответ понравился, то буду благодарен за его оценку. Подвела оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.